Ущерб почти на 70 миллионов тенге выявили сотрудники агентства по финансовому мониторингу в Семее. Деньги предназначались на текущий ремонт котельных города. В хищении подозревают руководителя подрядной компании. Проверяют все 14 объектов теплоснабжения, которые отремонтировала его организация. На эти цели подрядчику выделили больше миллиарда тенге. Но в котельной Щульбинска под видом нового он установил старое оборудование. После следственных действий подрядчик заменил теплообменник. Его стоимость более 30 миллионов тенге. В результате к теплу удалось подключить соцобъекты и коммунальные предприятия пригорода. К слову, в самом Семее по-прежнему фиксируются перебои с подачей тепла. В среднем по 3 случая в сутки, отмечают в АФМ. С такими же проблемами сталкиваются жители Аягуза и Курчатова.